Здорово, Алексеич. Солнце. Чё нового? Да ничего, по-прежнему, работаем так же. Цены растут не по дням, а по минутам. Ну ладно, не буду мужика пропускать, что-то медленно слишком идет. Непонятно, что будет сейчас с бабосиками. Что-то мне кажется, что пиздец полный будет. Скоро меня призовут на фронт, на передовую. Надо им будет показывать справку, что у меня шейманумау. Чтобы не забрали. Короче, хер знает этой ситуации. Лиза сейчас болела какой-то, не знаю, фигней. Тест на корону делали отрицательный. Ну вот, но у нее температура в районе 38, максимум был 39,5. Вот, пару ночей. И так 8 дней подряд. 38 плюс. Жаропонижающее пьет. 4 часа действует, потом опять поднимается. И то там скидывает ее до 37 там с копейками. Вот, вроде сейчас отпускает уже. Сегодня, наверное, первый день без температуры. Непонятно, короче. Что это было? Фига, я солнечный какой. Вот. Руслан, конечно, хитрый. Занял деньги в долг и уехал в Казахстан. Под шумок такой. Наверное, билет занимал. Вот. 200 рублей, между прочим. С работой. Все так же там работаю.